Всем привет! Все пользователи компьютеров или ноутбуков все думают, когда если включи поставят, значит он полностью раскрылся. Глубоко ошибаетесь, естественно. Чтобы его раскрыть, надо, например, раскрыть групповую политику. Записываем как и смотрим. Запускаем от имени администратора. Вот здесь у вашего компьютера все ваши возможности. Что можно, что нельзя. Во многих пользуются не только хакеры, но и пользователи, которые умеют делать так, чтобы можно сделать и не только компьютер чужой заблокировать, но и все остальное. Здесь то же самое можно сделать, узнать, как программу запустить, которая, например, не запускается. Ну, примерно где-то так. Все здесь. Также можно здесь также сделать, ну, в принципе, сами видите, как в основном, что здесь, как делается. Вообще-то об ошибках, например. Не отображать. Ну, вот это придут для очереди приложительных ошибок. Путь папки. И все остальное. Потом можно что еще сделать? То же самое. Здесь можно настроить, например, ваши жесткие диски. То же самое можно, которые многие, у кого флешки не работают, не принимают диски, например, флешки. Вот все связано, что написано. Политика групповая не настроена или не пускает якобы интернет. Вот они, диски. Так, вот это вот можно ставить, чтобы ваш компьютер не проверяли, во-первых, вашим обновлением. Ну, если кто-то не пользуется драйверами, например, если они скачанные. Вот это вот. Здесь полностью у меня драйвера на все виды компьютеров. Ну, кто не пользуется, например, или у кого нету драйверов, как бы, чтобы не скачивали, не проверяли ваш компьютер. А тот же самый Microsoft. То же самое, ключи поставили вы. Или он у вас пиратское, например. В принципе, то же самое. Чтобы вас на производстве не долбанули. Вот доступ.
Это все принудительное. Вот чтение дисков. Это все в основном ошибки. Чтение дисков, флешек, потом, как сказать, что они там может быть, CD-диски, диски не записывают, ну и, в принципе, только вот это все связано. Это все, конечно, платное, все сами, когда делают, включают, это все платно. Если нету доступа к флешкам или не работают они. Вот цифровая подпись, это то же самое, когда можно ставить, ну это естественно на предприятиях, чтобы в основном не слетала система у вас. Ну вот так вот. Это чтобы чисто официальные все запускались. Ну, вот групповая политика, вход в систему. Ну, если, конечно, кто-то в этом совсем не соображает, здесь вот автоматическое обновление можно отключить. То же самое люди, те, которые десятки поставили свои или еще какие-то, ну еще раз говорю, что это только вот здесь вот можно все сделать, и много жесткого, и много интересного. Заставить свой как короче все ваши драйвера, если не работают, можно их заставить и заставить ваши папки сами все сделать. Здесь пароли, срок действия пароля, это то же самое, что вашу на неопределенное время поставили десятку. Как вы ставите ключи, то же самое, в принципе. Можно, в принципе, внимательно почитать. Здесь в основном надо все успешно делать. Вход в систему и все остальное. То же самое все. Здесь все ваше. Это интернет. Неопознанные сети. И все сети. Также ставим свойства. Все. В принципе, вот зашифрованные данные, да, мне поставили на они. Это то же самое, как вы, у вас компьютер не может зайти или он тормозит в интернете. Да, вот, кстати, здесь можно поставить, если у вас компьютер плохо ловит, или у вас модем. Ну, в основном это на модемы все сталкивается.
чтобы включить 4G и задать стоимость, чтобы у вас быстренько работал, шустренько ставите и все, и он у вас практически работает не на 3G, который включен у вас, или вы платите на 3G, ну на 4G получается можно работать. Кстати, у меня проверено, она очень быстро и шустренько работает. Ну что, всем пока. Если кто не знает, сильно галочки не ставьте, можете запороть, и система слетит. И как бы вы, если не заархивировали, вы его потом не восстановите, ну и кирдык, можно сказать, в вашей системе будет. А здесь, в принципе, можно свой системник сделать до такой степени открытый. Ну и сам можно как бы вот здесь вот можно скачивать, чтобы они как бы можно без ограничений, ну, и меньше денег платить, в принципе. Серверы. Ну что, всем пока, до свидания. Пока. Подписывайтесь, пишите, не стесняйтесь.